В Актау Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления вручила 57 выпускникам аттестата об окончании старшей школы. К слову, это второй выпуск в истории образовательного учреждения. Двое из учащихся получили образовательные гранты на обучение за границей. Помимо педагогов и родителей, на торжественной церемонии присутствовал заместитель акима Мангистауской области Руслан Сакеев. Как отметили в пресс-службе храма науки, выпускники НИШ демонстрируют хорошие показатели успеваемости. Средний балл на знание английского языка равен среди наших учащихся 6,3 балла. Это высокий показатель. Еще одна немаловажная деталь. Недавно Актауская Назарбаев интеллектуальная школа прошла аккредитацию Международного школьного совета. Теперь она является учебным заведением международного стандарта. Международный школьный совет включает в себя 735 школ, университеты и колледжи в 116 странах. К слову, Актауская школа 18-я по счету и Назарбаев интеллектуальных школ, прошедших данную аккредитацию.